Настольная игра, это логично, от израильской компании Code понравится всем любителям загадок Эйнштейна. Данная игра рассчитана на возрастную категорию от 4 лет. В нее могут играть как дети, так и взрослые. В игру можно играть как одному человеку, так и нескольким на скорость решения задачек. В коробке у нас 84 головоломки, то есть 84 карточки с задачками, 5 пластмассовых домиков, 5 персонажей жителей города и 5 животных. Давайте посмотрим, что у нас внутри. Восемьдесят четыре карточки с заданиями, 5 домиков, 5. Давайте попробуем решить одну из задачек. Мы выбираем карточку заданий. Обратите внимание, что вверху карточки указано количество домиков. Чем больше домиков указано на карточке, тем сложнее задачка. С другой стороны карточки у нас есть ответы. Но мы не спешим переворачивать выбранную нами карточку, а попробуем ее решить самостоятельно. Подготавливаемся к игре. Когда у нас задачки на 3 домика, мы выбираем 3 персонажей – желтого, красного и зеленого. Это строитель, пожарный и водолаз. И 3 их животных – кошка, черепаха и сова. Все лишние фигурки мы убираем. И убираем 2 лишних домика, то есть у нас остается 3. Теперь у нас все готово. Итак, смотрим на условия на карточке. У нас указано, что строитель не находится в крайнем правом домике, поэтому мы его сюда не ставим, а ставим между 2 и потом решим, где все-таки он должен находиться. Дальше, черепашка у нас находится в правом крайнем домике. Мы ее размещаем в крайнем правом домике. Сова, она не сосед черепашки. Так как у нас по соседству центральный домик, сову мы размещаем в крайнем левом домике. И последнее условие на карточке подсказки. Черепаха является соседом водолаза. Вот у нас водолаз. По соседству у нас центральный домик. Методом исключения мы можем определить нашего строителя. Так как он не живет черепахой, остается у нас одно свободное место, мы его размещаем крайне левое. И у нас осталось 2 фигурки. Здесь все очень просто. Для пожарного у нас остался крайне правый домик. Для кошки у нас остался центральный домик. Вот так легко на примере можно научиться решать сложные задачи Эйнштейна. Спасибо вам за внимание, приятной игры и да пребудет с вами сила интеллекта. Пока!